Ана екі орыс Пан Василь чат рулеткаға Пан Василь сталыныпты. Ана солтүстік Қазақстанды Ресей мен Ресейге беру керек деп отыр. Қазақ тілі бізге керек жоқ дейді. Қазақстанда екі тіл бар дейді. Мемлекеттік тіл қазақ тілін білмейді. Ана ер адам ана қатынмен отыр. Жания. Со ана ер адам Вадим Степногорстан жігіті. Бірінші класстан 11-ші класқа дейін қазақ тілін школда оқыған. Қазақ тілін білмейді. Ит сияқты. Ана командаларға не деді? Түсінеді. Сөйлей алмайды. Отыр дегендей. Тор. Балкан алып келді, там фас, маса, иттер сияқты бар ғой. Принеси пода, иди нахер, не мешай дегендер. Осындай. Ресейге ана сол түстікті берсін деп армандап жүр. Ал неге дейсіз? Үйткені Ресейде бір ғана мемлекеттік тіл. Орыс тіл. Ал Қазақстанда екі тіл. Бірақ та өздері айтып атыр. Міне Қазақстанда, міне Степногорск, немесе вот именно Степногорск қаласында орыс тілімен нормально, қазақ тілі керек жоқ деп атыр. Сонда оларды ешкім напрягать етіп атқан жоқ. Анан нет, былай істе ана қазақ тілді жатта, қазақ тілді біл деп. Бәрібір де. Солтүстікті орыстарға беру керек деп атыр. Ал неге? Қазақ тілі болмау үшін деп. Қазақтар болмау үшін деп. Түсіп тұрсыз ба? Міне, сепаратистер, коллаборанттар деген осы. Пан Василь деген мырзаны білесіз, украиналық блогер. Соған сталынды мына екі хайуан. Ана чат рулеткада. Қазір міне осы видеоны көреміз солардың. Содан кейін, естественно, кешірім сұрайтын видеосы да болады. Онсыз қалай. Ассаламу алейкум, құрметті ағайындар. Сіздермен бірге Сула. Бұл Азмас қазақша YouTube парақшасы. Ал біз бастаймыз. Құрметті ағайындар, біріншіден біз жаңадан ашылған, біздің жаңадан ашылған Telegram парақшамызға жазылыңыз. Міне осы сілтемемен өте аласыз. Сіздерге өтініш. Сол Telegram парақшамызда күн сайын аз келгенде бір үш жаңалық шығады. Сол бәрі жаңалықтар, міне осы біздің Азмас қазақша және Азмас шоу ана орыс тілінде YouTube арналымызға шықпайтын жаңалықтар. Міне сол Telegram парақшамызға сізге үлкен өтініш жазылыңыз. Ал біз жалғастыра берейік. Ты ж, наверное, в курсе дела, там у нас в Украине происходит, ну, в Украине, я так говорю, у них в Украине. Там, да. Да, хунта, фашисты и Донецкая республика. Ты за кого больше сейчас? За нас или за укров? Знаете, даже вот... Не задумывался, да? Не задумывался, да. А жена в курсе дела, говорит, сейчас. Вот она меня тут тыкает. Че ты меня тыкаешь? Все видно, блин. Я даже не знаю, за кого, вот, честно. Вот у нас тоже, знаете... А вы за кого спрашиваете? Я за Россию, я за русский мир, я за Путина. Тогда наш. Спасибо. Вот честно сказать, вот я не знаю, что у вас. Вот у нас, да, вот что случилось, видели в Казахстане, наверное, тоже. Видел. Жопа полная. Вот он, да, вот он напиздил столько денег, да, людей покидал. Китайцам продал, у нас только одни компании, у нас он столько бабок тут нам намутил. Жопа, страну развалил, блин. Сейчас а ты выходил на митинг, Владимир? Нет, я не выходил на митинг. А почему у тебя... Вот, подожди, вот, тебя обворовали как этого, а ты не вышел даже не по митингу. Знаете, у нас тут, во-первых, на митинг 6 человек всего лишь вышло, их быстро упаковали. У нас город... А это какой город? Какой город? Город Степногорск. Олена, а вы больше за Донецкую Народную Республику или за хохлов? Ой, я не знаю даже, как там сейчас у вас происходит, что... Ну, вы знаете, да, прошел референдум, Луганск и Донецк сделали две республики, Луганскую народную и Донецкую народную.
Не ну, Донецк вообще был всегда Россия, по-моему, вроде, да? Да, всегда Россия. Сейчас Россия не хочет нас принимать к себе. Говорят, только с северной частью Казахстана. Когда вот отойдет северная часть Казахстана к России, тогда нас признают вместе с вами. А Степногорск, да, Степногорск это какая часть? Север? У нас север. Мы да. Север тоже. Север. А вы как насчет того, чтобы объединиться с родными, с русскими? Да только за. Зарплаты жопа тут просто. Да не зарплаты, тут не в этом. Нам самое главное, чтобы войны это не было. Не надо вот этого ничего. Нас видишь, казахи с русскими немножко воюют. Нет, у нас тоже... А почему? Как у вас? А что случилось? Что как случилось? У вас? Юг, север. У нас юг... А слушай, а что казахи... Я слышал, о Бразилии там сейчас какие-то патрули, да? Какой-то там... У нас же тут война была сейчас. Не-не-не, я говорю, да. До войны ходили по патрули, заставляли на русском... тех, кто на русском разговаривает, на казахском разговаривать. Было, да? Было дело. Это провоцировали, не надо. Ну, провокация, правильно он говорит, что... Это было. А вы на казахском, вы казахский язык выучили? Да, прям. Мы его выучим. Мы знаем, так понимаем, где-то что-то, знаешь, вот так. Ну, а, у меня, у меня собака тоже, тузик есть. Вообще, все команды понимают? Ни слова не может сказать, но все понимает. Нет, ну я вот чего не говорят, я учил его в школе даже. Я знаю, нет. Как могу разговаривать. Тут она не учила, я-то здесь учился, я-то понимаю. А что, можно жить в Степногорске и не знать казахский язык, и нормально тебе можно. Будет обслужено? Можно, конечно. У нас два языка, они признаны, два языка. Да. Два государственных или два просто? Два государственных. Супер, молодцы. Я Егоров Вадим Анатольевич, уроженец города Степногорска, гражданин Республики Казахстан, проживающий в городе Степногорск, 1993 года рождения. Я 7 числа находился со своей же супругой дома. Мы выпивали спиртные напитки. После чего решили зайти в социальную сеть «Чат-рулетка». Зашли в эту социальную сеть «Чат-рулетка», прикалывались, были немножко выпившие и соединились с человеком, который проживает в Украинской республике. И что происходит у нас в стране, мы начали разговаривать по этому поводу. И я был немножко неправ в своих словах, раскаиваюсь, содеянным, что наговорил. Также хочу отметить слова человека из Украины, с кем я разговаривал, что он сказал по поводу Российской Федерации присоединения. Я немножко выразился не так, был немножко выпивший. Я не имел в виду, что мы хотим присоединиться к России. Я просто хотел за мир, немножко неправильно выразился. Вот. Хотел раскаяться в содеянном. Я гражданин своей страны, и впредь больше этого не повторится. Ал мен енді бәрін өзіңіз құрметті ағайындар естідіңіз. Ойларын, мінездерін, не істегіс кеп тұр біздің Қазақстан мен қай жермен біз оларға ұнамай тұрмыз. Өз тіліммен, тілімізбен ұнамай тұрмыз мына екі орысқа. Мен Степногорск қаласында болдым. Жақсы әдемі қала, кішкентай қала. Сол түстік жақта. Өзі мен достарым да бар. Жақсы достарым да бар. Орыстар да бар жақсы достарым. Бірақ та осындайларды көрген жоқ. Міне, енді бар екен сондайлар. Мен бірақ та осындайларды көрген жоқпын. Бірде прям естіне, жесетен жақсы-жақсы қарапайым адамдар тұрады. Жуас адамдар тұрады. Маған сол қала, бұлай шын айтсам, ұнайды. Ал осымен біздің бүгінгі бағдарлама аяқталды. Өз пікірлеріңізді видеонасына жазыңыз. Міне осындай кешірім сұраған видеоға сенесіз ба? Сенбейсіз ба? Мен сұрасаңыз, мен сенбейм. Сенбейм вообще осындай видеоларға. Сіз өз пікіріңізді видеоназына жазыңыз. Сіздермен бірге болған Сулы Азмаз қазақша YouTube парақшасы. Біздің арнамызға жазылыңыз, лайктарыңызды қосыңыз. Сіздермен бірге болған Сулы, барлықтарыңызға сау саламат, салам алейкум, аривидарчи.